хочу приватизировать квартиру. Подскажите, пожалуйста, до какого времени можно это сделать? Значит, приватизировать жилое помещение вы сможете до 1 марта 2013 года. Также лица, желающие деприватизировать жилое помещение, то есть передать его назад в собственность государства либо муниципалитету, либо субъекту Российской Федерации, также должны осуществить данные действия до 1 марта 2013 года. Кроме того, федеральным законом от 16 октября 2012 года в закон о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации были внесены следующие изменения. Значит, на сегодняшний день имеют право приватизировать жилое помещение лица, которые не участвовали в приватизации без согласия лиц, проживающих в данном жилом помещении, ранее участвовавших в приватизации. Что это значит? Это значит следующее, что ранее, когда лицо желало приватизировать жилое помещение, не могло его приватизировать, поскольку не было согласия лица, либо лицо не давало согласия приватизировать данное жилое помещение, на сегодняшний день это возможно сделать.